Павильон для торговли ликвидировали в деревне Ивановка Раменского городского округа. Объект потребительского рынка не соответствовал нормам, установленным в законодательном порядке. Кроме этого, сотрудниками надзорной службы были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. По этим вопросам состоялась встреча с правообладателем, на которой приняли обоюдное решение о демонтаже этой конструкции, после чего и приступили к ликвидации торгового павильона. Сегодня проводится демонтаж объекта по адресу деревня Ивановка, дом 17В. Проведена встреча с правообладателем, и на этой встрече принято обоюдное решение, что правообладатель за собственные средства демонтирует объект, не соответствующий нормативным требованиям и архитектурному облику. Работы сейчас начаты и будут продолжаться. С октября 2023 года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями городских округов Подмосковья по поручению губернатора Московской области проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг. Объекты, которые не отвечают нормативным требованиям к архитектурному облику и рекламе, противопожарным и санитарно-гигиеническим нормам, попадают в красную зону. Заместитель главы администрации Раменского городского округа Александр Никитин отметил, что осуществление аналогичных мероприятий планируется и на других объектах потребительского рынка, находящихся в красной зоне. Также планируется проведение работ, разработаны дорожные карты, подписанные с правообладателями на других объектах, которые попали в красную зону. Частично объекты будут демонтироваться, некоторые объекты будут приведены в нормативное состояние. Екатерина Фролова, Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина, Раменское телевидение.